У меня с днями немножечко путаница какая-то. Один день как-то пролетел незаметно, вот следующий после дневника. Я ничего особенного не делал и не пошел даже на новые тренажеры, потому что был дождь. А вот вчера, ну, пятница 13-го, я расстроился из-за того, что в ленте появилась акция на щетки. А я уже купил в интернете щетки. Правда, разница в цене 6 рублей. Но я все равно расстроился. Пошел в другой магазин. Я не знал, что же мне делать. У меня уже куплены щетки. Главное, что в интернете я потом узнал, они были последние такого типа. А в ленте их еще много было. Но я это потом узнал. Об этом еще большем расстройстве. Пришел в Магнит, начал выбирать готовую еду. Порезался о кукурузу. О кукурузу. Вот. Остался след. Но сначала даже не было крови, а потом была кровь. Потом опять не было. И, по-моему, в тот же самый день... А, я сходил на тренажеры все-таки вечером, но ранним. Там были люди на лавочке сидели. Я у них спросил, не видели ли они вот в таком-то часу 2 дня назад наркомана в этом районе, и что это за район такой. Они говорят, что ну вроде бы не особо более опасный, чем другие. А наркоманы, они, ну, может быть, выглядят пугающе, такие вот, которые совсем... Ну, просто к ним не надо подходить. Ну, в общем, сомнительно меня немножко успокоили. В темноте, главное, что мне еще найти эти тренажеры оказалось трудно. И я даже дорогу какую-то не ту выбрал вчера. А сегодня я все-таки купил щетки. Еще. Чуть-чуть дешевле, на 6 рублей дешевле. Но не так много, но все равно это очень дорого. Это очень дорого. Я не знаю, почему я это делаю. Кстати, я сегодня за долгое время приготовил еду самостоятельно, чтобы как-то экономить, ну хотя бы чуть-чуть, один раз сэкономить. И, в общем-то, ну что, приготовилась. А, перловка. Кстати, даже вкусно, с морской солью. Раньше я почему-то не думал, что можно солить перловку, прежде чем начать ее варить. И сегодня я недавно сходил вот совсем уже в позднем часу на эти тренажеры опять. И там просто сидела какая-то девушка и ничего. И сколько было, 2 часа ночи где-то машины ездят, люди ходят и вроде без наркоманов.